Следующий раздел – это раздел чтения. Мы нажимаем на книжку. Мы видим подсказку, всплывающую подсказку «Чтение». Далее видим шаг 2. Это описание шагов, которые вам необходимо выполнить на этой учебной неделе. Далее мы с вами видим ссылку на книгу. Здесь мы с вами видим страницы, которые уже заранее для вас подготовлены. Нажав на которую, вы переходите в окно, где вам открывается эта книга. Вы его можете, естественно, растянуть, изменить и приступить к чтению. Мы с вами видим, что книга появляется постепенно. Все зависит от качества интернета, поэтому не старайтесь сразу закрывать эту страницу, так как у многих могут быть затруднения с интернетом или не такой скоростной интернет. Дождитесь, пока книга закачается, загрузится. Далее вы можете приступить к ее прочтению. Если вы захотите ее скачать, вы можете это сделать вот на панели управления вверху. Если это у вас другой браузер, у вас панель управления может быть находиться здесь внизу. Поэтому в разных браузерах по-разному. Вы можете ее прочитать, либо скачать. Далее закрываем.